На счет три мы каждый говорим своими персонажами. Я буду кот Леопольд. А ты типа ведущий, да, здесь, ну, в этой программе? Да. Он как Василёв. Я Винни-Пух. Кто ты? Ты удав? 33 попугая, смотрел! Матроскин, тебе нравится удав? Мне нравится только мой удав, больше ничей. Если тебе нравится только твой удав, то ты единоличник. На протяжении 10 минут Вася Васич изображает безобидного сумасшедшего. По-моему, он только что таким был. Да? Нет, я приду и оставлю маленький мангальчик. Я найду мясо и пойду жарить шашлык. Дай, пожалуйста. Мне кажется, нужно поддержать Вась Васича и тоже подвигать тазом. Лево, право. Лево, право. Все так танцуют. Танцуй, право. Лево, право. Лево. Вася. Ой, ой. Я ослепла. Не знаю, что Вась Васич. Не делай этого. Вась, не надо. Привет. Что ты делаешь? Мне кажется, интересно. Ты гладил мою подушечку? Нет, нет, нет. А, девчат. Да, да, да. Девчат, погодите. Стоп, 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 стоп. Я сейчас сюда зашел. Сейчас сюда зашел. По одной причине. Во-первых, пока тебя здесь не было, я здесь кое-что оставил. Я это искал. Что ты оставил в подушке? Не в подушке. А в чем? Да, куда ты пошел? Не надо, все, не хочу. Юра! Страх и надзор за папир и ты скот. Не слышишь, не видишь орущих в упор. Времени нет, купили бред. Разбейте экраны, продолжай верните петь, нам свете. Продолжай на петь. Карантин мы победим. В этом свобода и в этом любим. Мы тут на коне, тут не конец. Эфиры вокруг, я тут творец. Не важно, ты трус или смелый. Да черный, да белый. Ты молодец или подлец. Продолжай петь. Продолжай петь. Продолжай петь. Тут схватка ведов и пиплов. А правда наша не стихла. Задача наша снести в хлам. Задача наша снести.